And the powerful software that drives the experience is macOS. So let's talk about what's new. macOS plays a critical role in our lives. So what should we call it? But after their requisite 3-month rejuvenation retreat in Monterey, with their chakras now in complete alignment, the team once again piled into their macOS naming microbus and wove their way down Highway 1. Chasing the vibrant display of colorful California wildflowers, they finally came to rest where stunning surf meets lush alluvial plains in beautiful Ventura. macOS Ventura enriches so many of the ways we use our Macs. Итак, друзья, всем привет! Apple выпустила macOS Ventura, и сейчас мы поговорим об этой новой системе. Я не обзорщик, сразу скажу, просто буду говорить, показывать. Начнем с приложения Почта. Давайте откроем приложение Почта. Вот, допустим, мы написали письмо, предположим. Ну и вот опции. Отправить сейчас, отправить в 8:00, отправить позже. То есть, если мы нажмем отправить сейчас, то оно отправится сейчас. Если мы нажмем отправить в 8:00, оно отправится утром автоматически само. Вот что интересно, оно отправится само. Давайте я назову это видео демонстрация функций macOS Ventura. Это не обзор. Например, отправите в 8:00. Ваше сообщение будет отправлено в указанное время. Для своевременной доставки это устройство должно быть подключено к интернету на момент отправки сообщения. Вот. Вот, мы отправили письмо. Давайте, если мы... Оно отправится у нас позже, но мы сейчас еще одно сделаем вот тоже моему другу. Давайте отправим. Вот, отправить позже. И мы вот отправить позже, мы выбираем, когда отправить. Число, время, то есть все можно запланировать отправку сообщения. А можно также, как обычно, отправить сейчас. И можно, видите, отменить отправку. Мы нажимаем «Отменить отправку», и оно не отправляется. То есть вот новые функции. Также прокачали в почте у нас поиск, вложенные изображения, то есть можно вот по темам, по файлам искать в почте. Поехали дальше. Spotlight. Spotlight у нас здесь. Я, правда, им очень редко пользуюсь. Когда очень надо, я пользуюсь. Когда мне не очень надо, я не пользуюсь. Расширенный поиск изображений у нас теперь есть. Spotlight. Давайте посмотрим, как это работает. Вот, из приложений. Контакты. То есть вот, показать еще есть. Недавнее фото. Искать в приложении. Вот, можно искать сообщения, документы, советы. Все, то есть, все, что хотите, оно здесь есть. Вот, очень, мне кажется, что интересная задумка со Spotlight. Еще есть быстрое действие. Часы, например. Запустить таймер, видите, частота обновления. Запустить таймер можно прямо из поиска. Также ищутся настройки часов. Поехали дальше. Safari Passcase, то есть это что? Новый способ, более безопасный способ входа в систему. То есть, например, на каком-нибудь сайте. Также здесь есть общие группы вкладок. То есть это для семейного доступа. Далее сообщения. Сообщения у нас тоже претерпели изменения. Давайте откроем. Как раз таки у меня вот опять мой дружище, только уже в iMessage. В сообщениях, так же как и на iOS, можно, например, привет, ты попал в видео обзор macOS Ventura. Например, вот я отправляю. Доставлено. Мы можем изменить сообщение. В течение 15 минут мы можем менять. Допустим, вот. Изменили. Также мы можем отменить отправку. Мы можем отменить отправку также в течение
15 минут. Давайте отменим отправочку. Вот. Отменить отправку. Все. Также, например, вот мы отправляем сообщение. Также можем показать время, когда оно было отправлено, это сообщение. И можем удалить. Например, мы можем еще пометить непрочитанным это тоже в течение 15 минут. То есть все в течение 15 минут. Грубо говоря, добро пожаловать в Telegram. Вот. Также можно делиться SharePlay через сообщение контентом. Можно делиться заметками, презентациями, напоминаниями, группами вкладок Safari, в сообщениях. То есть iMessage превратился в полноценный такой мессенджер, скажем так. Общая библиотека фотографий iCloud. Также у нас есть, да, вот общая медиатека. Вот обе медиатеки, личная и общая. В общей можно в семейном доступе делиться моментами из своей жизни. Личная медиатека — это личная медиатека, то есть. Это также настраивает, по-моему, здесь в настройках. Общая медиатека, да, вот. Добавить участников в общей медиатеке. То же самое на айфоне, на iOS 16.1. Добавим человека, вот, отправить. И отправилось оно у нас в iMessage. Отправилось в iMessage, да, вот. Приглашение в общую медиатеку. Сразу с камеры можно отправлять фото в общую медиатеку. Если вы где-то вместе были, например, у тебя и у твоего друга iPhone с последним программным обеспечением, можно вот делиться. Раньше скидывали, знаете, друг другу скидывали туда-сюда фотографии. А в Телеграме, где угодно, на флешках, через, например, AirDrop. А здесь теперь можно вот в общую медиатеку. Одна из таких функций. У каждого человека будет одинаковое разрешение на добавление или редактирование, удаление фотографий в общей медиатеке. Переходим к одному из самых интересных, к одному из самых-самых-самых-самых интересных вещей. Это, конечно же, Stage Manager. Теперь у нас на очереди Stage Manager. Предположим, у нас очень-очень-очень много окон. Мы открываем с вами. У нас есть Mission Control. Вот, мы можем переключаться между рабочими столами, как обычно. А также Stage Manager, вот, постановщик. И мы можем переключаться между окнами. Вот, в реальном времени можно переключаться. Например, мне надо добавить фотографию в Pages. Давайте вот то, что не в iCloud. Вот, допустим, мы тянем-потянем. И можно добавить. И написать текст. Например. Ну и далее текст. Также можно свое рабочее пространство немножко модернизировать. Вот, например, у нас календарь и Pages. Мы сделали рабочее пространство. Если мы смотрим фильм в Apple TV, и нам кто-то написал, мы можем сделать его в окне и сделать так. Оно будет идти и не будет мешать. Например, даже если мы откроем с вами Telegram, если нам кто-то написал, вот, например, мы сейчас протестируем, вот, мы смотрим кино, нам написали, мы делаем так, и отвечаем на данное сообщение. И возвращаемся к просмотру фильма. Делаем его на весь экран. И все. Также Stage Manager, по идее, выдвигается, когда мы на полный экран. Он должен выдвигаться вот отсюда. У меня сейчас подключен монитор, поэтому он не выдвинется. Новый, скажем так, метод. Многозадачности на macOS. Далее, FaceTime. FaceTime очень тоже обновился. Но, к сожалению, я не смогу продемонстрировать. Continuity в FaceTime позволяет переключаться с Mac на iPhone во время звонка. Это первое. Также та самая камера, мы можем использовать iPhone как камеру в нашем MacBook, iMac.
качестве веб-камеры. Это тоже работает. Также Center Stage доступен, если iPhone подключен как веб-камера. Студийный свет. Даже показать рабочий стол тоже можно. То есть письменный стол, где вы сидите. У вас стоит компьютер Mac. То есть можно тоже. То есть полное взаимодействие в FaceTime теперь. Далее. Игры. macOS Ventura привносит в систему Metal 3. Metal 3, к сожалению, не будет поддерживать большинство игр. Только новые будут выходить игры, поддерживающие Metal 3. Также можно играть, используя FaceTime и технологию SharePlay. Можно вместе играть вдвоем в какую-нибудь игру. Разговаривать и играть. Также можно и работать в режиме реального времени. То есть все синхронизируется. Функция в бета-версии находится. Улучшена конфиденциальность и безопасность. Теперь переходим с вами к системным настройкам. Системные настройки получили дизайн как iOS, iPadOS. Больше, конечно, iPadOS. То есть теперь Apple ID у нас вот здесь. iCloud, контент и покупки, семейный доступ. Однако семейный доступ можно открыть и вот так вот. Wi-Fi, сети, Bluetooth, VPN, если есть у вас VPN. Уведомления с блокировкой, без блокировки, звук. То есть настройки звука, громкости, фокусирование, экранное время, основные. То есть все как на iPadOS. Но я предпочитаю, не знаю почему, пользоваться поиском в этих настройках. Потому что можно заблудиться, если честно. Я еще не привык. За неделю это сборочка 22A380. Она у меня уже стоит неделю, мне обновления не пришли. Это финал. Однако, пользуясь неделю финальной версии macOS Ventura, я запутался. Запутался в этих настройках. Я еще их не знаю, их не понимаю. Настройки экрана блокировки, питание, дисплея, все здесь. Аккумулятора, заставка, обои. Обои у нас только вот эти. Новые. Ventura графика. Все остальное осталось. Monterey, Big Sur, Catalina. Я не понимаю, где Mojave делать. Начиная с Ventura нельзя найти Mojave. Только отдельно скачать эти обои живые. Далее у нас из нового вкладка цвета. Можно поставить статичный цвет. Но я не люблю статичные цвета вообще. Заставка. Вот, пожалуйста, у нас новая заставка Ventura. Я, пожалуй, ее поставлю. Давайте на нее посмотрим даже. От времени суток она меняется. При светлой теме она светлая, при темной темная. Давайте с вами попробуем это сделать. Поставим светлую тему временно. И где наша заставка? Вот наша заставка. И включаем. Я, пожалуй, оставлю. Это гениальная заставка. Просто, вот, я не знаю, мне нравятся фирменные заставки от Apple. Когда они добавляют новые заставки, хотя бы одну новую заставку, я буду все. Вы мне продали эту систему. Давайте включим обратно темное оформление автоматическое. Универсальный доступ, то есть у нас все настроечки на месте. Пункт управления. Можно настраивать батарейку, показывать в процентах. Вот так. Экран блокировки, Touch ID, код, пароль. Можно даже отключить, показывать кнопки режима сна, перезагрузить и выключить, подсказки пароля. То есть если мы снимем этот тумблер, у нас при заблокированном экране не будет показываться ничего. Wallet и Apple Pay, тут все. Клавиатура, трекпад, принтер, сканер. Еще, если я сейчас подключу наушники AirPods, давайте, то непременно здесь появятся настройки. Вот они, настройки. Если я отключу, они исчезнут. К настройкам надо еще привыкать. Ну, настройки интересные. Также у нас есть новое приложение «Погода». Вот оно. В Казани у нас 0 градусов. У меня друг живет в Казани. Казани, привет. Вот такое приложение «Погода». Подробными данными о погоде. То есть прогноз на 10 дней. Ветер, осадки, восход, заход солнца, давление, видимость. То есть вообще все. В принципе,
Я надеюсь, что эта приложенька будет дорабатываться. Вообще, в принципе. Сегодня у нас дождик будет в час дня. Также у нас новое приложение часы. Мировые часы. По идее, можно убрать в Купертино 9 вечера. Так, можно убрать часы. Например, вот там можно добавить, например, Минск. Сейчас, одну минуту. Минск, Беларусь, Италия. Ну, то есть, вот, будильник добавить можно. И мелодию. Подписать его. Секундомер, пожалуйста. Так, дальше, что у нас здесь еще? Остановим секундомер, сбросим таймер. Даже с мелодиями, видите. Нажимаем старт. И пошел у нас таймер. Но он нигде, наверное, не будет. Он должен отображаться, он, наверное, нигде не будет отображаться. Секунду. А, нет, вот есть. Вот он. Вот он. Также улучшили заметки. Обновляемся, система работает стабильно. Отлично. MacBook Pro Apple Silicon. Apple M1 Pro. 16 гигабайт. Объединенная память. Характеристики у вас на экране. Лайк, подписка, комментарий. До встречи в новых роликах. Всем пока.